Всем-всем привет. Хлеб мой чуть не перестоял. Видите, как поднялся хлебушек. Сейчас быстренько поставим печку. Так, на 200 градусов я ставлю. Да. И будем ставить хлеб. Я там забегалась, девчата. Так, на час двадцать выставляю и ставим 1:20 на двоечку вверх-вниз. И вот мой хлебушек. Сейчас он поедет в духовочку. Ну вот, хлеб поставил. Девчат, смотрите мои цветочки. Кто-то спрашивал: Таня, как твои цветы? Вот мои цветочки. Вот этот я обрезала цветочек. Этот вот-вот зацветет, а этот вот он. Видите, он весь-весь в букетах, в цветах. Красиво цветет. Сейчас на том окне вам тоже покажу. А здесь, девчата, вот у меня один цветок пересаженный. Здесь тоже немножечко отошел вот этот вот цветочек. У нас его зовут рождественник. Это вот я тоже каланхои сажала. И вот, смотрите, как он пышно-пышно у меня здесь цветет. Вот такая вот, девчата, красота неимоверная. Я здесь прям вот любуюсь моими цветочками. Вот, наверху цветы тоже в хорошем состоянии. Вот эти вот я так убираю, которые вот подсыхают. Просто их снимаю, девочки. Каланхой. Шикарный. Вот он. Растет. Растет. И растет хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. На улице погоду. Я вам сейчас покажу, девчата. Холодно. Прям холодно. На улице, видите, у нас как пасмурно. Небо все затянуто. Вчера вечер такой был холодный-холодный. Туманистый. В общем, погоды теплой нету. Холодно, девочки. Холодно-холодно, я только вытащу матрасик вот сюда, думаю, посижу. Оно раз, и солнце убегает. Нету, холодно. А сегодня тем более холодно. Сидим дома, не пошли никуда. Хотела же пойти на почту, там мне надо Тамаре отослать маркеры. Тамар, не переживай, пожалуйста, я отошлю. Только отошлю послезавтра. Я ходила на почту, там у них программа не работала на нашей почте. Поэтому не отправила. А сегодня, думаю, я прохожу, устану, девочки, а завтра мне надо ехать в Артем. А в Артеме предстоит побегать много, и придется это утром уедем и вернемся только аж к вечеру. Поэтому сегодня решили никуда не идти, будем дома. Девчат, такой холод. Я пошла, набрала дровишек, что мы там с Костей спиливали. Вот еще, видите, лежат. Тоже надо вытаскивать все. Ну, на огород плюнули в этом году совершенно. Вот тут у меня пионы, вот пионы. Моя слива. А тут вот ромашка. Я ее все хотела выдернуть, но она так и торчит. Печка у меня, девочки, печка топится. Дымок плохо видно. Я сейчас там подбросила. Думаю, затоплю-ка я печку, протоплю. Вот, вот эти цветы все отцвели. Отцвели. А вот на этой поляне у меня всегда были грибы. Не знаю, какой там году. Вот тоже, видите, ромашка, она ползет, зараза, надо ее... Я тут выкапывала, выкидывала. Нету, сегодня нету грибов. Здесь вон лопухи выросли. Но не трогаю. Пускай растет пока. В этом году не занимаемся огородом. Абсолютно. Меня там спрашивают девчата. Девочки, сегодня не будем заниматься. Ничего сажать. Если посажу числа 15-го, вот там вон, только маленькую грядочку огурчиков. Вот, больше ничего сажать не буду. Я пойду в дом и там с вами поговорю.
холодно, неприятно. Такая вот погода сырая. И такое ощущение, что морось пойдет. И не только морось, а, наверное, в дождичек перейдет. Не понять, короче. Ну все, пойдем домой. Чехол я не снимаю, девчата. Вот так он на качеле и есть. Поднимаю его и все. А матрасик мы заносим и уносим домой. Вот, когда сидим, вытаскиваем. А так домой, потому что он поролоновый, обшитый. Если его оставлять, он просто сгниет. Вот, девчонки, я вытащила хлеб. Видите, как поднялся выше формы, насколько. Сейчас я вытряхну и покажу вам хлебушек. Я без штатива, в руках держу телефон. Но ничего, сейчас я вам покажу его. Вот такой красавец. Он кипяток, я руками боюсь взять. Сейчас покажем вам. Ну вот, девчонки, смотрите, какой пышный, классный хлеб. Горбушка поднялась прям вообще. Вот такой румяненький, видите? Слышите? Хруст. О, хорошо. Сейчас я его укрою полотенцем, и пускай остывает, а формочка тоже будет остывать. А я сижу там, вяжу. Сейчас еще там горловинку пройду. И потом хочу к вам подключиться. Подключусь, уже покажу, чем я занималась. Хорошо? Вот, а хлеб мой пусть стынет. Девочки, у меня уже вот 8 вечера. Я только-только немножко освободилась. Что-то день улетел, ничего не успеваю. Сегодня общалась с Артемом. Потом у нас на улице, девчата, очень холодно. Прям такой, как осенний день, холодный. И туман, он и сейчас туман. Ну, такое ощущение, что пойдет дождь, а дождя нету. Вышла во двор, говорю, ой, неприятно даже во дворе находиться. Пошла, что мы там собирали, ветки вот эти мелкие, таскала сюда в дом. И протопила печку. Сейчас дома хорошо, так тепло-тепло. Там у Веры аж жарко. Я говорю, пускай стенки прогреются, протопятся, все. Дом все равно надо подсушивать. А завтра нам надо ехать в Артем. Жду как бы человека с горводоканала, чтобы переписать вот этот акт. Они же как сказали... Мы откуда знаем, нам надо посмотреть. А вдруг вы там заехали, вдруг вы там живете, вдруг я там использую воду, лью бассейнами, и вдруг я за это не плачу. Вот, ну, говорю, ладно, мы приедем. Сегодня, говорю, Вере, завтра поедем, говорю, Вера дома, уже экзамены-то сдали, ждем результаты. Я говорю, чтобы ты не оставалась одна дома, поедем с тобой вдвоем. Ну, поедем. А мне до обеда звонок с райисполкома звонит. Жанна какая-то по отчеству. Уже и не помню, девчат. Но это не столь важно. Факт то, что она мне позвонила, когда я ходила на почту, а мне пришло сюда бумажка. Сейчас сделаем посветлее. Мне пришла бумага, чтобы в суд... прийти 23 числа, там на 12 дня, принести все документы, подлинники, свой паспорт, Верин паспорт, ну и личное мое присутствие. И такая же бумага ушла в райисполком, как я подаю, а они как ответчики. Иск-то предъявлен к райисполкому. Вот они должны тоже доказательства все принести, по всем моим обращениям и что было предпринято с этими обращениями. Вот она сегодня мне звонит и говорит. Ой, я говорю, вы напишите это так, чтобы мне не бегать еще раз за ним, а уже напишите его, приготовьте, посмотрите, говорю, чтобы вы мне в этот же день его отдали. Она мне говорит, акт уже готовый. Акт готовый, уже заверенный, подписанный. Я только убежусь, ну, что там действительно нет воды, тут же его подписываю и вам отдаю. Вам же, говорит, в суд. Я говорю, да, в суд. 23 числа суд. Она мне говорит, к двум подъезжайте, я приду к двум,
А там еще будет одна комиссия, полтретьего. Я говорю, какая еще будет комиссия? С архитектуры. Архитекторы. А при чем тут архитектура? Я ничего не могу понять. Я говорю, а что они? А они, говорю, что? Ну, они тоже там будут так какой-то писать. Ну, я говорю, мне, что ли, они будут писать? Нет, для суда. Но я так понимаю, что это райисполком уже созвал комиссию с архитектурой. И создает комиссию, чтобы, значит, у них был заготовленный акт, прежде чем они приедут в суд. Ну, посмотрим, посмотрим. Я Тане сбросила вот сейчас голосовое, что так и так, завтра мы поедем с Верой туда. Поедем туда, этот акт я привезу от ксерокоплю и отправлю в водоканал, чтобы они не начисляли оплату за воду. А уже сам акт этот, подлинник, копию-то я оставлю себе, я предоставлю в суд, что там нет действительно воды и слива. Вот это вот. Ну, проедем. Сделаем все. Девчат, я что хотела сказать. Свитшот я показывала в прямом эфире. Кстати, всем-всем огромное спасибо, кто был на прямом эфире. Я его связала. Но МК сделаю попозже. Давайте так, повернем к столу. Я хотя бы скажу вкратце. Вкратце вам покажу. Ну, вот так поближе покажу. Вот так вот поближе. Мерки, девочки, мерки на 3 годика. Нашему ребенку 1.5 года, но он крупный. У него рост на 98 сантиметров. Я брала мерки, стандарт, 3 годика. Вот. Сейчас поверну камеру и немножко по нем расскажу. Хорошо? Девочки, МК... Если успею сегодня снять, вот кратко МК по нему, значит, сегодня сниму. Если не успею, то значит, уже после поездки в Артем. Поэтому я сейчас вкратце вам вот покажу, расскажу, что кто-то хочет связать, писали мне, ой, у меня внук 3-годовалый, то вяжите, девочки, тут ничего сложного нет. Это пимский акрил, я вязала его в 6 ниточек. 6 спицы у меня были, 4 кубики. Моя плотность вязания в 10 сантиметрах 21 петля. То есть 1 сантиметр 2,1 петли. На горловину, девочки, я как брала обхват головы. Так, обхват головы я брала. 52 сантиметра. И прибавила, по-моему, еще 3 сантиметра. Ну, чтобы голова у ребенка вот здесь проходила свободно. Если будет большоват, ничего страшного. Говорю, Аня, вот так подвернешь рукавчики. Свитшот, он вяжется широким. Вот, как я вот Кристине вязала по телу. По девчонке, по фигуре. А мне писали, Тань, надо было его шире сделать, чтобы, ну, как носят. Мода такая. Это тут я уже все подрасчитала. Сделала его пошире. Можно на теплую кофточку, даже вместо как бы курточки одевать. Мы живем у моря, а она тем более живет. Вот прям дом, и 10 метров и море. Там всегда ветра на столетии, поэтому свитшот будет выручать ребенка. Значит, я 52 сантиметра, вот обхват горловины у меня. Это не горловина мерка, а мерка головы. Умножила на 2,1 петлю, 108 петель. Вот 108 петель я набрала и вязала. По 3 петли, девчата, я взяла на реглан. Вот регланные линии такие классные. Видите? Все прекрасно. И росток делала 8 рядков. 8 рядков. Линия реглана, вот у меня 15 сантиметров. Провязала. Разделила. Отделила, вернее, рукава. У меня осталось тут по 72 петли. 72
на спинке и напереди, да? И по 2 петли от реглана я отдала к тельцу. Одну петлю, у нас же 3, к рукавчикам. Вот. Поэтому, девчат, у меня на рукавах по 57 петелек осталось, а на тельце 148 петель. 74, 74, 148. На подрезы взяла по 2 петли. Ну, потом я все подробно, вот они, подрезики. Сегодня, говорю, я уже так устала, вот подрезы, 2 петельки. Потом подняла и в круг вязала рукавчики. Рукавчики сделала, считайте, вот раз, два, три, и вот здесь 4-я убавочка. 4 убавочки. Ну, тут будете ориентироваться сами на свои размеры, девчата. Тут можно на любой размер вязать. Обхват головы делайте, окружность, и высчитывайте, умножайте на плотность, только дайте на свободу там 2-3 сантиметра, чтобы голова проходила у вас хорошо. Карман кенгуру. У меня, значит, по кругу вот здесь 158 петель. А, так. Вот от подрезов до резинки у меня 23 сантиметра. По спинке от... Так, надо... Сейчас я достану сантиметр и вам скажу. Ну, так вот сегодня, знаете, вот так, если возьмем от плечика, 44 сантиметра. Но если я буду брать вот от спинки, вот от позвоночника, 42 сантиметра, девочки, 42 длина. Рукав. Так, манжет тут. Внешняя сторона с манжетом 44, без манжета 38. Внутренняя сторона 23, с манжетом 29. На манжет я, значит, провязала 6 сантиметров, сам манжетик. И ширина рукавчика у меня, так, 13, девочки, сантиметров. Пускай будет свободно. Свобода, свобода, свобода. Как вязала кармашек. Я вот когда дошла до низа, да, девчата, вот здесь подняла петельки, рассчитала. Вот от боковых петелек я отступала, по-моему, 15 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Да, по 15 петель вот от боков я отступила. И начала вязать карман. Вот здесь подняла петли. Продолжала вязать здесь резинку. Резинку перешла на другие спицы. На 3,25. А полотно на 4. А карман начала вязать вверх. Вверх я его провязала. Ну, глубокий сделала так карман. Глубоким. Вот у меня 7 сантиметров. И начала потихонечку вот здесь закрывать. Начала закрывать. Сейчас, мои хорошие, я вот так вот прям наклоню, чтобы вам было лучше видно. Я сегодня не пошла за тот стол. Что-то я здесь осталась. Устала просто, девчат, вот честное слово. Я сегодня набегалась с этой печки, пока ее топила, я устала. В общем, высота 7, это глубина карманчика. А здесь вот сокращала я. Пока сокращала, провязала еще 11 сантиметров. Вот так. И у меня вот здесь закрытие тоже 7 сантиметров. Все. Вот тут пришивалась, тут тоже пришивалась, и здесь тоже пришивалась. На изнанке я сейчас выверну и вам покажу его, как выглядит на изнанке. Вот, девчонки, изнаночная сторона, вот так вот реглан смотрится. Вот так горловина. Это-то все не беда. Ниточки я не убрала. Видите, я вчера очень торопилась тоже. Я говорю, что-то я не успевать стала. Снаружи я все ниточки попрятала. Но эти я сейчас уберу. Вот видите, вот здесь вот где добавлялись у меня нитки. Вот карман как пришит. Я вам хотела показать именно кармашек. Вот он с изнанки. Никаких тут нитей, ничего. Нет, очень аккуратно все пришило. Вот вверх прошито.
Даже не заподозришь, что там карман пришит. Пришивала иголкой. Иголкой с ниткой. Закрывала, как их, рукавчики и низ, резиночку с накидами. Оно, девочки, эластично вот получается. И, ну, красивое закрытие выходит. Поэтому здесь больше и рассказывать-то нечего. Но мастер-класс я сделаю. Я отфотографирую, сделаю мастер-класс. И там уже более подробно все расскажу. Здесь, значит, дырочки. Тоже, я думаю, все умеют вязать. Провязала, потом загнула и провязала, оставив тут две дырочки. Шнурочки покупала я в тканях. Вот такие вот шнурки разных-разных расцветок. И вот такие вот колпачки. Здесь сделала два, сейчас прям покажу вам, узелка, девчата, ну, крепкие узелки прям сделал. Вот, видите, у меня два узла здесь. Прям сильно-сильно. И спичкой подпалила шнурок, чтобы вот он утонул. Ребенок не смог, чтобы не вытащить, ни в коем случае не проглотить. Вот. Вот это очень важно. Что если сажаем вот эти колпачки, чтобы ни в коем случае не вылетели. Но я два узла таких хороших сделала. И подпалили мы спичками, чтобы не махратились сами шнурочки. Решила белый. У меня розовый был. Ну, я покупала для девчонок. Думаю, мальчику можно и белый. Правда же? Ну, вот по нем пока все. Больше о нем говорить не буду. Это ждите. Уже мастер-класс обязательно выйдет днями. Девочки, что же вы думаете, почему я поставила вот эти две бобинки? Я вчера мотала пряжу. Мотала пряжу на своей моталке вечером. Два моточка намотала вот такой пряжи в две ниточки. И два моточка вот такой пряжи тоже по две ниточки. Что это за пряжа, я вам сейчас скажу. Это пински, белорусская пишется. 56, 50 пан. Фуксия, вот этот цвет. Это у меня, значит, тоже белорусская, якобы 6, 50, 50 пан. Это цвет сирень. Это я покупала у Ольги. По поводу этой пряжи не буду сейчас распространяться. Там шел спор, что это никакая не белорусская, это акрил. Не знаю, девчат, вот, ну, не знаю. Я покупала у Оли, покупала в Азбуке вязания. Там пинский акрил я брала, белорусский был тоже, и акрил 36, 70 акрил, 10 шерсть, 90 акрил. Мальчишки я вязала свитшот, это пинский акрил, 100% акрил. Но здесь писали так, что на самом деле я не буду сейчас говорить и не буду спорить. По ощущениям, очень классная нитка, очень-очень классная. Я вчера в прямом эфире вам показывала совсем другие ниточки, совсем, девчат. Я хотела с них завязать, но мое настроение резко изменилось, и я передумала. Сейчас расскажу поподробнее. Девчат, ну мне уж очень-очень захотелось повязать снова с бобинной пряжи. Видите, я завязала новое изделие себе. Я не знаю, что это будет. То ли кофточка, то ли туника, то ли еще что. И завязала я вот этими спицами. Девочки, тройкой. Тройкой я завязала. Сейчас я вытащу картоночку эту, чтобы вы хорошо посмотрели, как это называется. Вот название. Я не прочитаю, потому что... Ну, я читаю всегда английский так, как будто
как немецкими буквами. Ну, тут, ну, понять не пойму. Книтинг, вот только прочитала книтинг. Не знаю. В общем, купила я эти спицы на 80 сантиметров. Три пары. Тройка, 3,5 и 4. Девочки, я еще 4 пары заказала. Спицы, девчата, просто улет. Вот знаете, у меня уже всякие как бы есть спицы, да? Но вот эти спицы, я вам скажу, прям вот, вот они, вот на красной леске. Леска шикарная. 80 сантиметров, это у меня идет ходовые лески, такой вот носик. Девочки, вот книг про хвалили все, да, мы накупили их, вяжем. Но вот эти в 1000 раз лучше спицы. Книг про не идет, даже в сравнении вот не идет. Там леска грубее. Сейчас я достану вот книг про, у меня тоже ж все-все размеры абсолютно есть. Но у этих они, вот я вам говорю, так, я хочу достать не сильно большие спицы. Ну вот, давайте 4 я достану. Вот здесь леска, видите, какая? Она, ну, как леска. Вот тут вот она вот такая черненькая, разненькая тоже. Да, здесь у всех она черная, и она не такая по качеству, не такая она, но она гибкая, но не настолько, как вот эта вот. Эта леска вообще красивая, хорошая. Очень шикарная леска. И сами спицы, девочки, сами спицы. Посмотрите, какие носики. Видите? Вот. Вообще шикарные, шикарные. Если вот по этим скольжение идет, ну, не каждая пряжа прям вот так скользит, бегает, я хочу сказать. Вот по Adiclick, да, они очень скользкие, очень хорошие спицы. Вот эти очень красивые и очень классные. По ним там скольжение, ой-ой-ой, только берегись, вяжи. И смотри, чтобы петли не убежали. Они сами прям прыгают. По этим такого нет. Вот здесь вообще шикарно вязать. Вот, девчата, я их вчера взяла. Я не могу остановиться, чтобы даже что-то пойти поделать. Ну, зависла в вязании. Просто зависла. Вязать очень приятно. Носик удобный, леска удобная. Просто шикарнейшие спицы, шикарнейшие. Я же еще зашла в тот же день, когда вот я показывала, у меня было видео, где я показывала, что получила посылку со спицами. Я заказала, девчата, еще себе. Ой, номера, сейчас скажу, я где-то вот тут писала. Все, у меня тут бумаги. А я заказала еще 3,25, 3,75, 4,5, 5. В общем, у меня теперь будет от 3,25 вплоть до 5 номера все вот эти спицы. Большие мне не нужны. Но вот эти будут, это однозначно любимые спицы. В чехле спицы я еще не тестировала. Завяжу другой какой-нибудь уже проект, тогда я скажу отзыв по тем спицам. Но вот эти, девчата, спицы я вам рекомендую. Вот предыдущее мое видео, там под видео я оставляла ссылки на вот эти спицы, потом на вот эти вот спицы, там ссылочки.
Единственное, что очень долго ко мне шла посылка. Но там уже смотрите. Самое главное найти, читайте отзывы, может быть, другой магазин найдете. Но вот эти бесподобные спицы, просто бесподобные. Девчата многие писали, что они вот прям очень-очень похожи с чагушками. Но чагу я не держала в руках, я не могу, девочки, сравнить. Но бесподобные спицы, я в них влюбилась, буду вязать с огромным-огромным удовольствием. Вот эти спицы тоже классные, очень хорошие, но я их не тестировала. Когда протестирую, я вам обязательно скажу, что же я тут завязала, девчата. Я завязала, как вам сказать. Вот у меня вчера неожиданно, просто неожиданно родилась такая модель, что я должна вот сирень и вот эту уже забыла, это уже за фуксия, что я должна вот из них именно, вот у меня почему-то я увидела вот эти вот два цвета и думаю, ой, ну я с них же сейчас себе свяжу на лето, пусть на осень, да на любой сезон кофточку. Кофточку, может быть, тунику. Я люблю туники, поэтому, скорее всего, это будет туника. Я не делала... Торопилась, честно скажу. Я намотала вот такие моточки, да, по одной, значит, в одну нить. Потом брала с середины и отсюда, и сматывала в две ниточки. Видите, в две нитки у меня. По два моточка, по два клубочка вот я намотала и буду вязать в четыре нити. Если я свитшот для внука вязала в шесть ниток, то это будет у меня в четыре нити. Девочки, посмотрите, какое полотно получается. Просто шикарное, мягкое, нитка отличная. Я не знаю, я еще раз подчеркну, я не знаю, тогда начали поток грязи вылили на Олю, что она там обманом занимается, я не знаю. Я не буду этого утверждать, я не буду говорить. Вот как она была на сайте написана, белорусская, 56, 50 пан, 900 грамм было в бобине, я их все взвешивала. Все они были по 900 грамм у меня, бобинки. Претензий у меня совершенно нету ни к магазину, бывшему ее, ни к продавцу. У меня не было никогда никаких-то недомолвок там, никаких неприятностей. Я выписывала, мне всегда приходило то, что я просила, и то, что я хотела. Ну и вчера, чтобы, значит, не хотелось мне вязать образцы, вот это вот, вымерять плотность вязания, девчата, а завязать мне очень хотелось. И я увидела вот эту вот свою кофту, какая она должна быть. Я набирала 4 воздушные и делала арочки. Один столбик с накидом втыкалась. Вот такие вот арочки я сделала. Я как-то уже говорила об этом, показывала даже, сколько там чего. Ну, вот как вам показать-то на... Сейчас я вам покажу на бумажке. Вот так вот набираешь 4 воздушных петли. Потом набираешь столбик с одним накидом и втыкаешься вот в эту крайнюю воздушную петельку. Втыкаемся и выводим. И у нас получается вот такая вот арочка. Вот она. Вот. Видите? Ничего высчитывать не надо. Я набрала 40 арок. 40 арок. Голова прошла. Все. Посчитала. Нормально для моей головы. Вот для горловины мне вот просто вот даже вот стучат эти маркеры. Мне нормально. Затем, как я вот в эти арочки, вот они, да, у нас их 40 штук, я вывязала крючочком по 3 столбика с одним накидом. Провязала, девочки, провязала. И вот с этих вот столбиков я уже 40 на 3, это 120 петелек. Я провязала столбик без накидов. Один рядочек, вот он у меня идет здесь, видите?
И вот с этих вот петелек я уже поднимала себе петли на спицы. Поднимала крючочком. У меня такие крючочки двухсторонние. Вот. Я поднимаю, поднимаю, поднимаю петельки. Потом раз с этой стороны их снимаю на спицу. 120 петель. И решила вязать тунику. Помните мой серый свитерок, который я забрала дочка? Я вязала ленивым регланом. Вот то же самое. Вот то же самое здесь начала вязать. У меня вышло 120 петель. Рисунок я взяла. Вот рисунок. У меня по 25 петель. Вот здесь. То есть 4 рисунка, 4 регланных вот этих. Вот это вот реглан у меня. 25 петель. То есть 100 петель, да? Вот один реглан, вот он второй идет. И также вот сзади, вот третий и четвертый. Ну, 120 отнимаем 100. Остается 20 петель. 20 петель делим на 4. По 5 петелек. Вот здесь у меня остается по 5 петелек. Вы можете взять одну петлю. Можете 2, можете 10. Кто как хочет, девочки. Вот совершенно. Рисунок любой подбирается сюда. Абсолютно. Тоже кто какой хочет. Я выбрала себе листики. Вот так у меня будет рисунок идти. Вот он, листочек, видите, вяжется. Вот. 25 петель. Но там по схеме 23, и я взяла еще по одной петле изнаночные добавила. С одной, с другой стороны. И вяжу. Чтобы было красиво на горловине, я обвязала другой нитью. Почему другой нитью? Потому что я провяжу 20 сантиметров вот этой сиренью в 4 нитки. Затем 20 сантиметров я буду вязать 2 ниточки сирень и 2 ниточки вот этой фуксии. Вот такое будет у меня полотно. Вот такое. 20. Это будет уже 40 сантиметров. И следующие 20 сантиметров изделия, я считаю, изделия, я буду вязать в 4 нитки фуксии. Ну, вот так мне захотелось, девчат. Я не знаю. Вот откуда это выстреливает... Ой, уронила мышку. Откуда это у нас выскакивает? Но вот так вот получается, что раз, и ты увидел изделие, которое должно родиться. Мышка у меня здесь упала, девочки. Уловила ее. Она туда укатилась. Рисунок. Вот листочки. Не буду схему тут показывать. Вот такие вот листочки. Они в интернете есть. Я говорю, единственное, тут 23 петли. Я добавила 2 петли. Вот тут изнаночные. И получается 12 рядов в высоту. Все простенько. Но я вам так скажу, девочки, чем проще изделие, тем оно носибельнее. Я, допустим, вот для себя, да, я вижу те изделия, которые я буду носить. Я не хочу вязать, чтобы связать навороченный рисунок, и это изделие я положу в шкаф. Вот этого делать я не буду. Я люблю более такие вот, ну, как бы, и чтобы было... И рисунок красивый, но и не оляпистый. Вот здесь у меня будет проходить до подмышек вот этот рисунок. Потом я соединю, когда втельца, там уже я буду решать, что буду делать я дальше. Но, скорее всего, там просто будет платочная вязка. Вот это вот, скорее всего. Ну, и горловину я, видите, сделала как... Обвязала полустолбики без накидов и сделала пико. Я думаю, будет красиво. Рукав
Я не знаю, как насчет рукавчика. Может быть, рукавчик будет 2/3. Может быть. Если я сделаю рукавчик, ну, даже не знаю, то по низу можно пустить один раппорт, допустим, там цветочек по низу рукава. Не вдоль рукава, по всей длине рукава не хочу. Это аляписто будет смотреться, потому что рисунок такой крупный, вот, да он и не нужен. А я именно вот так буду делать, если один вот рисунок этого листка именно вот по вот этой вот части. Ну, вот так рукав вот здесь, допустим, пройдет. И все. И все, девочки. Больше-то ничего делать такого я не буду. Вот. Что хочу еще завязать? Хочу взять тоже из бобинной пряжи. Что-то меня потянуло на бобинную пряжу. Это просто невозможно. Ну, потому что понравилось, девчата. И в 6 ниток, и в 4 изумительная пряжа. Просто изумительная. Классная. Но она... Посмотрите, какие петли, девочки. Ну, разве можно сказать, что это плохая пряжа? Пусть даже если это будет чистый акрил. Но петли, они выходят вот просто как, знаете, из-под машинки. Вот. Я не знаю, мне вот так захотелось. Я вам покажу даже в свиншоте. Посмотрите, какое полотно, девочки. Это вот просто чудо. Вот, ну, получается идеальное полотно. Это еще не стирано, я уже приеду с Артема, буду свою кофточку и эту кофточку стирать. И повезу тогда уже племяннице. И замеры сделаю на мальчишке, чтобы связать брючки. Брючки не рискую вязать без именно его мерок. Мальчик крупный, и не знаю, надо все равно и высоту брюк, и внутренний шаг замерить, и... обхват попочки, объем и ножки. Это все мерочки надо снять с ребенка, и тогда только браться и вязать. Мне там написали, Таня, еще штанишки с лампасиками. Девочки, штанишки я свяжу. Я свяжу обязательно под этот свитшот. Пряжа-то есть, та синенькая, она лежит, ждет. Но единственное, я не хочу начинать вслепую вязать. Уже сниму сама мерки с ребенка или штанишки какие-то просто возьму у Ани и по этим штанишкам буду ориентироваться и буду вязать. Вот это проще, наверное, всего. Потому что, ну, нестандартный у нас ребенок. У нас ребенок растет Илья Муромец. Ну, это ж хорошо. Это хорошо. Я хочу, девочки, еще завязать именно с бобинной пряжи крючком. В 2 нитки это тонко, в 3 ниточки я вязала, салфеточку я вам показывала, очень-очень-очень нежно, но вот сегодня я вот здесь обвязку делала, и я так понимаю, что можно связать, ну, и в 4 нитки свободно. Ну, с моими глазками, да. Я понимаю, что в 2 нитки будет вообще нежнятина. Просто нежнятина, да? Но крючок-то тоже будет нежнятина. Он будет намного тоньше. Вот это вот я делала обвязку 2,5 крючок. Смотрится классно и вязать классно. Просто красиво. Но я здесь вязала в 3 нити, в 3 обвязку делала в 3 ниточки. Ну и вот, знаете, прям вот у меня горит. Бывает такое, я загораюсь. Как спичкой. Поэтому сейчас я полазю в своих бобинках, девочки, и решу, с какой бобинки я буду вязать крючочком изделия. Может быть, и не на себя. Может быть, я свяжу на Кристину, может быть,
Можно связать детское изделие. Можно связать красивое платье детское. На обычной вот кокеточке, а юбочку сделать очень-очень-очень пышную, красивенную. И так можно сделать. Ну, посмотрю, надо выбрать цвет. Я вчера тут все свои бобины трясла, девочки. Двигала диваном, я тут за диваном бобины. Смотрела, выбирала. Глаза разбегаются, и, знаете, хочется что-то завязать, и все, и много, и разом. Но разом я не буду, я завяжу пока два изделия. Вот одно спицами, и одно изделие крючком. Вот мне хочется одно изделие крючком. Вот. Маркеры мои, которые мне Маргарита присылала, я их переделывала, видите? Висят шикарно. Вот. Перед каждым рапортом и после каждого рапорта вот такие маркерочки у меня висят. Ничего не оттягивает, никаких следов от маркеров не остается. Кстати, девочки, я отправляла посылочку в Германию Олечке маркеры. И Оля мне вчера, она получила на WhatsApp, прислала видео. Вот. Кому интересно, я в конце видео я воткну, как бы добавлю этот кусочек видео. Она там говорит о моих маркерах. Вот. Если кто-то хочет приобрести маркеры, то, пожалуйста, пишите мне. В сообщениях, в соцсети вот такие вот есть. Я показываю, девчат, потому что я их делала на продажу. Вот, 70 рублей один маркер, я напомню. Поэтому смотрите, там женщина мне писала, Таня, хочу купить вот такие вот красота. Очень легкие, нигде ничего не цепляется. И вот эти маркеры я даю вам, ну, не то что 100, а 200, наверное, процентов, что они не разболтаются, не полетят у вас даже через год и через два. Они будут очень долговечные, понимаете? Потому что делала я не на пинах, а на скрепочках. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот, видите, скрепки. Скрепки довольно-таки толстенькие. Конечно, ими тяжело как бы загибать вот эти вот краешки, но у меня аж мозоль был. Но ничего страшного. Зато, девочки, это уже висит, и она никуда не денется, понимаете? Поэтому по поводу маркеров я уже говорила, говорю, что делаю я их на продажу. Если кто-то заинтересовался, пишите или мне в этот, как ее, в Одноклассники или ВКонтакт, в личное сообщение, или же в Инстаграм. Под каждым видео есть слово «Еще». Нажимайте туда, там вся информация. Там мой Инстаграм. Вот такие красивенные какие, да? Очень нежные. Я вяжу с маркерами. Девочки, во-первых, глаз радуется. Это радует. И хочется вязать. Смотрите, с такой красотой, конечно, хочется вязать. Ну вот, сейчас я к вам лицом повернусь, девчат. То так говорить мне неудобно. Так что, девочки, рассказала вам все. Ну, не все, конечно. Есть еще новости, но это оставим на другое видео. Вот, как бы показать-то так сейчас. Вот и вот, да? Вот так будет. Здесь будет азиатский росток. Вот так будет, вот по горловине. Возможно, Вере сделаю. Возможно, дочь приедет, заберет. Не знаю, кому это будет, но вяжу с большим-большим удовольствием. Очень нравится. А мне цвет идет, да? Под лицо, говорит, все к лицу. Правда, но цвет и девочка, она вот прям вот нежнятина-нежнятина.
И горловина. Пишите, вам нравится вот такой вот способ горловины вырезать. Считать ничего не надо. Образцы вязать не надо. Быстренько раз-раз-раз набрал это пятиминутное дело и пошел вязать. Вот, я уже как бы провязала 8 рядов, а в этом, в одном рапорте 12 рядов. Но сегодня я довяжу, а сейчас посмотрю, с чего же я хочу завязать себе крючочком. Девочки, когда очень уж хочется, то надо завязать. Два изделия будет, два. Третье не трогаю, не начинаю. Потому что я знаю, три трудно. Для меня это, знаете как, я могу увлечься одним изделием, а два будет лежать. Так где-то то крючок у меня идет в работе, то значит спицы. То крючок, надоели спицы, начинаю вязать крючком. Надоел крючок, перешла на спицы. Ну как надоесть? Он мне не может надоесть. Глаза мои. Глаза, вот да, это устают. Устают глаза. И крючок, он как бы, ну, больше напряг глаз идет на крючок. Если спицы где-то я могу вязать и вслепую провязать, да, особенно где лицевая гладь, там вяжи, даже иной раз и на изделии не смотришь, перекидываешь эти петельки и перекидываешь. А в крючке, да еще если идет рисунок, там, конечно, там все внимание в изделие. Поэтому, наверное, завяжу крючком все равно. Пишите, что завязать. Или детское платье, потому что я знаю, многие девчата хотят связать. Ну, я сейчас полазю все равно в своей пряже и похожу по своей папочке с крючком, найду красивую юбочку под платье. И, возможно, свяжу для Кристи платье. Вот. Оно ж быстро детское вяжется на ура. Просто на ура. Вот. Вот такие вот планы. Вот такие, девочки, дела. Завтра съездим в Артем. Как приедем, я все потом подробно расскажу. Как там, что там. Но хочу сказать одно, что сегодня по телефону со мной разговаривали совсем другим тоном. Не знаю, как бы не сглазить, но тон был у чиновников другой. Если в прошлый раз там аж смешно вспоминать, то этот раз да. А, кстати, Таня там указывала в заявлении в суд, что, помните, приходил мужик с женщиной ко мне, она их фамилии все указала, кто был с райисполкома. И этот мужик, который там бегал пальцы веером с фотоаппаратом, его тоже фамилию указали. Ой, не знаю, девочки. Но я думаю, все будет хорошо. Я прям любуюсь. И вязать не хочется. Ладно. Найду все, подберу, тогда покажу. Сниму маленькое коротенькое видео. Девочки, у меня еще не снят мастер-класс краткий по безрукавке. Безрукавка вот она висит. Ой, извиняюсь, конечно. То на почту бегу, то туда, то сюда. Сегодня вот печку топила, девчата. Но печку натопила так хорошо. На улице холодно, очень холодно. Противно такая, знаете, от тумана, вот этот низкий туман, вот все в тумане. Южняк идет, тянет. Но завтра, говорит, Вера, вроде бы как дождь обещает. Не знаю, сегодня обещали. И погода такая, выходишь, вот ты прям ощущаешь влажность. Противно. Мы сегодня не выходили. Я только вот выходила за дровами, думаю, я натоплю. Все же как хорошо, когда дома есть печка. Печнику, девочки, забыла, печнику. Сбросила сообщение, вы про нас не забыли? Он мне ответил, я сейчас очень сильно занят. Вот он доделывает там работы, но я в очереди стою на печку.
Он говорит, сбросьте на WhatsApp фотографию печки, и будет висеть на WhatsApp и ваша очередь. Я говорю, есть, товарищ генерал. Сбросила ему. Поэтому я надеюсь, что в июне сделаем печку. Надеюсь. Дай бог, чтобы все сложилось, девчата. Мне самое главное сейчас съездить в Артем и сходить в суд. Я Вере говорю, Вера, в суд, наверное, схожу. Вот этот вот груз у меня немножечко уйдет. И тогда я немножечко расслаблюсь. Потому что все равно нервы, знаете, как напряжены. Очень даже напряжены. Ладно, девочки, не буду затягивать. Уже и так 48 минут. Интернет очень плохо работает. Вчера вот прямой эфир был, зависала я, и сегодня зависал интернет, поэтому не знаю, как сейчас буду еще монтировать и грузиться будет, может быть, и долго, но потихоньку пускай монтируется. Всем здоровья, всем счастья, всем достатка, всего самого-самого хорошего. С вами была ваша Татьяна, и всем пока-пока, до новых встреч. Все, девочки, пока! Добрый день, Татьяна. Получила от вас бандеролечку. Вот с такой красотой. Очень-очень красивые. Очень легкие. Удобные. Уже некоторые пошли в работу. Как говорится, переобула на ходу. Спицы у меня здесь 2,5. Очень тонкая работа. Не цепляется, не тянет, ничего. Очень все удобно, хорошо. Красота. Только смотреть на них и любоваться. Ой, даже не знаю. Эмоции захлестывают. Одни красивее других. Спасибо вам огромное за вашу работу. За такую фантазию. Очень все понравилось. Очень довольна. Такой красотой. Желаю вам творческого успеха. Еще раз благодарю вас от всей души за такую красоту.